Всем привет, это канал I Like Pet, и в сегодняшнем ролике мы расскажем о причинах, по которым у собак появляются трещины на лапах. Подобно ступням у людей, подушечки лап берут на себя роль опоры всего организма. Если они покрылись трещинами, значит что-то не так. Природа предусмотрела достаточно большие нагрузки для подушечек лап у собак. Но когда нагрузок, а именно прогулок, тренировок, отработок команд и активных игр становится слишком много, подушечки не справляются и стираются или трескаются. Воздействие холода и жары тоже приводит к трещинам на лапах у собак. Не стремитесь к долгим прогулкам, если на улице мороз. Не выгуливайте четвероногого друга по раскаленному асфальту. Выходите ранним утром или поздним вечером, когда питомцу не грозит перегрев. В жаркую погоду смачивайте подушечки лап прохладной водой. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку «Подписаться». Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром. Аллергия на химические вещества – частая причина появления трещин на лапах у собак. Старайтесь не применять для уборки агрессивную бытовую химию. После использования химических средств, к примеру, для мытья полов, протирайте пол обычной водой. Химические соединения могут раздражать кожу на лапах собак. Не менее опасны и реагенты, которыми зимой посыпают улицы. Старайтесь как можно реже водить питомца по тротуарам в зимнее время. Из-за недостатка жидкости в организме кожа перестает быть эластичной и легко травмируется. Проследите за тем, чтобы четвероногий друг пил больше воды. Держите в открытом доступе для питомца по несколько мисок со свежей водой в разных частях дома. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением, так вы только усугубите ситуацию и навредите своему подопечному. Ветеринарный врач осмотрит вашего питомца, поставит диагноз и назначит необходимые медикаменты. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.